Всем привет-привет! Может быть, уже многие в курсе, может, кто-то еще не знает про бонусную программу. То, что после последних обновлений, где-то в течение месяца, у нас уже появилось, кроме мультибонусов, которые ранее я снимал от ВТБ, мы могли карточку прикрепить и оплачивать с помощью мультибонусов. Это видео уже отснято. Ну и теперь у нас появилась бонусная программа в самой ТВ-приставке для удобства оплачивания услуг с помощью бонусов, которые вы накапливаете в личном кабинете. Итак, а что такое бонусная программа? Бонусная программа – это баллы, которые вам начисляет компания, и потом с помощью которых вы можете сделать скидку, к примеру, на интернет, на какие-то либо услуги покупки в других магазинах, ну или воспользоваться в самой ТВ-приставке. Это так понимаем мы. А теперь давайте с вами перейдем в моем. Все, конечно же, это делается с помощью пульта и стрелочек на пульту. Вверх, вниз, слева, право, окей. Далее мы опускаемся с вами вниз. И как видите, вот они, бонусные программы. И как видите, указано новое. А если указано новое, значит, у нас с вами что-то новенькое появилось. Давайте зайдем. Вот он, мультибонус, который я подключил от ВТБ. Он у меня активен. А теперь доступны бонусные программы. И чтобы они работали, нам их нужно активировать как в ТВ-приставке, так и активировать в самом едином личном кабинете. У меня не в едином личном кабинете активировано. Давайте перейдем. Здесь теперь активация бонусной программы по номеру телефона. Кстати, вы все помните, как стереть? Видео об этом есть на канале, как удалить цифры на экране. Здесь же у нас циферка 0, которая вот здесь находится, она не работает. А работает с помощью вот этой штучки, где цифры, видите? Поэтому, чтобы нам с вами удалить, у нас, если у вас телефона нету, сразу попросят ввести, вот так опускаемся. Если у вас уже телефон введен, но вам его нужно поменять, опускаемся вниз, переходим на эту стрелочку, ну, и удаляем. Вот так, к примеру, для примера я вам покажу. Ну, а мы с вами ведем сейчас другой номер телефона. Ну и так, ввели мы с вами другой номер телефона. Конечно же, он для безопасности будет скрыт. Опускаемся вниз, до кнопки «Далее». Смотрите, то есть, чтобы у вас вот так вот «Далее» выделилось белым цветом, нажимаем кнопку «Ок». И нам сейчас придет код из СМС. Ожидаем. Итак, код не пришел. Написано «Ваш код для списания бонусов». Введите его. И теперь смотрите, «Отправить код повторно и добавить бонусную программу». Вводим код, нажимаем кнопку «Ок». И добавляем бонусную программу. И теперь смотрим, что у нас появится. Все мы это делаем в прямом эфире. И аллилуйя! У нас теперь появилась активно бонусная программа от Ростелеком, которые у меня отображены в личном кабинете. Открываем. Также можно услугу будет отключить, если не нужна. И теперь мы можем с помощью бонусов делать покупки. Ну а если вам это будет более подробно и интересно об этом рассказать, пишите об этом в комментарии. Если будете заинтересованы в этом, то мы тогда сделаем так, что снимем личный кабинет, покажем, где в личном кабинете активировать бонусную программу. В приставке вы теперь знаете, эксперты в этом деле. И потом уже отснимем другое видео, как с помощью бонусов делать покупки в ТВ-приставке. На этом видео мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Думаю, был полезен всем. Пока-пока, до встречи!